Уже третий год в Полевском на лыжероллерной трассе Северского трубного завода проходят соревнования по гонкам на лыжероллерах. В этом году дети принимали участие в соревнованиях, посвященных празднованию Дня города, а взрослые состязались в гонках, приуроченных ко Дню металлурга. Дистанции были представлены различные в зависимости от возраста участников и степени их подготовленности. Дети соревновались в двух возрастных группах – 2000 год рождения и младше, и 1997-98 года рождения. Возрастные группы старших участников от 17 до 70 лет и старше. В связи с погодными условиями не все желающие смогли приехать в Полевской, но те, кто все-таки принял участие в традиционных соревнованиях и не испугался моросящего дождя, демонстрировали поистине спортивный и несгибаемый характер и стремление быть первыми всегда, невзирая ни на какие трудности. Погода, конечно, вносит коррективы, она нынче вообще достала уже эта погода. Мы уже на погоду внимания не обращаем, что зимой, что летом. Зимой и снег, и ветер, и холод. Ну, летом дождичек идет, но он теплый дождик. В общем-то, спортсмены, видите, все бегут в коротких шортах. В общем, самое главное, не холодно. Так что, я думаю, соревнования пройдут успешно. Лыжник Егор Бакунин из Красноуфимска впервые принимал участие в соревнованиях по лыжероллерным гонкам в Полевском, хотя тренируется на нашей трассе регулярно. В этом году Егор бежал 6 километров. Трасса хорошая, погода только подводит. И все, так все хорошо. После соревнований тяжело было. Болит уже все. Но так хорошая трасса. Все нормально. И подъемы, и спуски, все соотнесено нормально. Так. Лучшие спортсмены Свердловской области всегда с большим желанием приезжают на эти соревнования, поскольку благодаря Северскому трубному заводу у нас есть такая лыжероллерная трасса, кататься на которой одно удовольствие. И наши ребята всегда показывают на родной трассе хорошие результаты, так как имеют возможность постоянно оттачивать свое мастерство, тренируясь на ней. Спасибо администрации завода за то, что подарила нам такую лыжероллерную трассу. Ну а мы будем, как говорится, своими результатами оправдывать все эти затраты.